Привет, ребята! Ну что, вот и подошло время прощаться с Марком. Конечно же, очень много всего я хотела с ним сделать. Хотела сделать его полноценной таурвешкой. Но все это, на самом деле, вся эта история подзатянулась. Я думаю, всем уже Марк хорошенечко поднадоел. И поэтому я решила продавать Марка. Не успев выложить объявление, написал один из подписчиков мне о том, что хочет забрать Марка. Кто видел трансляцию в Перископе, я думаю, все прекрасно знают. В общем, парень приехал, посмотрел, его все устроило, и он тут же ее забрал. Забрал он ее за 215 тысяч. Конечно же, Марк хорош был. А Марк был хороший вообще. Я душу в него вложила, я так много там сделала. И я считаю, он был и ушел от меня в достойном виде. На самом деле, тяжело очень было расставаться почему-то мне с ним. Даже тяжелее, чем с Крестой. Но время пришло. Время пришло для нового проекта. И давайте вместе решим, какую машину мы с вами будем брать. И это будет именно японец. Потому что ни к немцам, ни к американцам я еще не готова. И поэтому японец. И я думаю, всем было бы интересно смотреть различные, интересные, всякие качественные ролики на моем канале с Nissan GT-R. Но есть маленькая проблемка. Более-менее свежий Nissan GT-R стоит в районе 3 миллионов рублей. То есть мне не хватает порядком 2 миллиона 800 тысяч рублей. То, в принципе, есть еще другие варианты, тоже классные, я так скажу. Например, Subaru VRX. Стоит в районе миллиона. Как говорится, с миру по нитке. Но если серьезно, ребята, то пишите в комментариях, какой бы проект вам бы был интересен. Какую машину выбрать мне для дальнейших видеороликов на нашем канале. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. И карточка в описании.